По адресу Жуковский, проезд 14, идет ремонт подъезда, шпаклевка стен и обустройство входной группы. Жители приняли непосредственное участие в благоустройстве дома, ведь именно они выбирали дизайн подъезда и даже определились цветом стен и плитки. В этом году планируется у нас, значит, ремонт входной группы, ремонт внутри первого этажа, ремонт кровельного покрытия на козырьке. Все те работы, которые запланированы, они согласованы с жителями данного дома. Ремонт подъезда за счет средств жителей на данный момент проводится по 60 адресам. 4 точки будут благоустроены по губернаторской программе. Данный вид работ проводится за счет средств текущего ремонта. То есть жители несколько лет копили средства на счет текущего ремонта, и управляющая компания составила дефектную и сметную ведомость, жители ее согласовали, и на основании этого проводятся работы по ремонту подъездов. Также на территории Московской области у нас действует региональная программа, губернаторская региональная программа «Мой подъезд». Там будут проводиться работы с софинансированием из бюджета. 30% оплачиваем, ну, администрация оплачивает, 70% со счета также текущего ремонта жителями. В подъезде также кипит работа. Здесь подготовлены ящики для пожарных гидрантов, почтовые ящики. А как мы узнали, жители ремонтной работы не смущают, ведь каждый находится в приятном ожидании нового вида родного дома. Такие перемены очень радуют, становится гораздо светлее, и надеемся на то, что там ремонт, который сейчас проходит на входной группе, дальше поднимется на все этажи, и наш дом станет действительно образцово-показательным. Какого-то особого шума и особого дискомфорта мы не ощущаем, потому что, ну, видим это только, наверное, утром, когда уходим на работу, а в остальном все отлично. Очень положительно отношусь к ремонту этого подъезда. То, что взялись за капитальный ремонт подъезда, очень и очень хорошо. Я ожидаю, что будет очень красивый подъезд. Каким бы ты хотела видеть свой новый подъезд? Красивым, чтобы там висели почтовые ящики. Ремонтные работы по адресу Жуковский, проезд 14, планируют завершить к 10 августа. Ждать осталось совсем немного, а результат будет радовать долгие годы. Инга Ячук, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.